Правозащитникам международной организации Human Rights Watch отказали в разрешении на работу израильские власти. На территорию страны не пустили главу представительства в Израиле и Палестине Амара Шакира. Правозащитники действуют в интересах палестинской пропаганды, так считают в Тель-Авиве. Кроме того, в МВД страны полагают, что Human Rights Watch – это не настоящая правозащитная группа. Правозащитники уже назвали такое решение израильских властей разочаровывающим.